Destiny 2. Была уже серия. Тут так красиво. Я вот на этом месте стоял минут 10, наверное, смотрел. Это очень классно. Масштабы просто поражают. И это не просто картинка, это именно вот все вот это вот. Это один большой 3D-объект. Да, он в некоторых местах качество хромает, конечно. Там вот, например, оно квадратное, но в общем масштабе, особенно вот эта планета, это что-то с чем-то. Вот это все очень так красиво. Вот, по сюжету здесь какой-то последний город, что ли. Вот, и не знаю, куда нам надо, это сюда вроде, да? Все товары продаются. А, это взгляни. Вот это магазин. Спасибо, что зашел в Эвергерстраж. Тут я не знаю, куда идти. Какие задания. Вообще, со вселенной Destiny я знаком буквально полчаса. Получить. С командором за Орлой. До скорого. Ага. Сюда. Надеюсь, меня нормально слышно. Я уже какую серию настраиваю этот микрофон и пытаюсь, чтобы игра работала тише, чем мой голос. Но при этом все мои клавиатуру и мышку это будет слышно. Не знаю. Что это... нового? Не знаю, что нового. Добро пожаловать в башню, Страж. Прекрасный вид, не так ли? Странник потрепан в сражениях и таинственен как никогда. Но он остается источником нашего бессмертия и даром, хранящим наш свет. Город. Путь игроков, а не пешкой в чужих руках. Куда? С моим призраком. А куда идти-то? Встретись с икрой, а где она, блядь? Я же все понимаю, куда идти-то. Конечно. Блять, куда идти? Последовательность — это модель. Туда? Туда? Да, туда. Рад тебя видеть живым и невредимым. Так красиво. Просто, знаете, глаза разбегаются. Я не знаю, тут... Вот это вообще красота. Я не хочу идти к... Но вот там... С таким донесением. Хорошо, что... Тут вообще, как бы... Вымершая земля, тут ничего нету. С этой стороны, там вон что-то, остатки какой-то города. И все. Больше ничего нет. Но это интересно, что вот это за планета. Вот там какое-то внутри нее какие-то строения, что-то непонятно. Вот. Но нам надо куда-то вот сюда. Вроде. Здесь надо быть аккуратнее, здесь можно упасть. Ага, вот тут точка, да, сюда вроде. Да. Тут можно упасть, аккуратно надо. Я уже падал с этой стены в самый низ почти. Вот. Что это? Здесь еще видите минус как. То есть сквозь NPC проходишь. Но при этом графика очень красивая. Эти NPC, они не нагружают систему. Вообще видеокарта у меня не греется, она 60 градусов и все, и это на самых максимальных настройках графики. Правда, конечно, не 4К. Так, куда? Туда. Я понял. Не стоит сохранять данные об этой сделке. А что у меня? Микрофон что ли работает? Эй, и что ты хочешь мне сказать? У кого в городе нет таких выгодных центров, да куда еще тебе податься? И вид отсюда тоже хороший. Я не допущу раскола орденов. Если надо, зубами удержу. Мне нужна такая же, как у вас. Ну же что, блядь, это все время говорил, что ли? Ёб твою мать, Фэттед, пиздец.
Есть вопросы, Титан? Нет. Так. А как кнопку тут? Голосовой чат. Включен. Режим рации. Включен. А кнопка? Первый день на работе, да? Так стой, чёрт. Это моя спина. Если сделаешь скин, бери, я забыл на отличие словечки перед новой монархией. О, режим рации, буква Т. Я знаю, что способности тебе не занимать. Да. Буква Т — это у нас жесты. Нет, конечно. Не здесь. Я птичка, осторожней. Я слышала, что тебе удалось выжить на космодроме. Но и местечко ты выбрал, чтобы начать новую жизнь, Страж. Я впечатлена. Однако впереди ждет много битв. Оглянись. Последний город. Его люди. Наш дом. И этот дом в опасности. Мы должны его защитить. Это долг каждого Стража. Мы должны выйти за стены и сражаться, чтобы дать отпор силам, угрожающим нашему существованию. Я помогу тебе в освоении миров в пределах наших былых границ. Приключения зовут, Страж. Знаю, ты откликнешься на их зов. Мир на твоих плечах. Ну, это все хорошо. Теперь куда? Поучение. Станьте легендой. Это все, конечно, хорошо. Сколько это будет стоить? Бери, бери. Цена отличная. Я не понимаю одного, как я поручение смотрю, но... Это надо сюда. Просто не до конца понимаю, куда надо. Это крыло. Это не сюда. Пункт назначения. А, нужно вот сюда вот. Ага, во-во-во, сюда. Просто сижу и не понимаю, куда? Куда надо? Наша загрузка будет вечность. Или не красиво-то, а? Особенно вот этот вид вообще просто божественный. FPS нормальный. Ровно 60 кадров. Охренеть. Надо, говорю, постарались. Чё там кто пизданул?
Кто тут вякнул? Так. Понял. Тут враги должны быть еще, нет? Все. Он не успел убежать. Ну ладно. Что такое, блядь? Похоже, падшие собрались добывать блеск. Будь начеку. Блядь. Ну что, блядь, такое? Что за хуйня? Бригада по добыче блеска. Остановите их. Что, блядь, за хуйня-то? Полетели блики. Ёб твою медь. Так, мне нужен вот этот дробовщик. Блядь, что тут происходит? Они направляются к другому участку. Блядь, а какой пи***ц. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блять, я сам себя взорвал еще. Ёб твою мать. Я на колесико нажал, и меня что-то вот с этой пушкой типа сделало. А, это наш. Опять начинается. Ну что, мне он так шутить, я не блять, а? Так, это ничего нет. Компас. Воу. Попробуют добыть блеск без бура. Отлично. Несомненно, с тобой стоит познакомиться поближе. Надеюсь, то же самое ты думаешь обо мне. Заглядывай. Карна? Что это такое? Пойдемте. Мне игра нравится определенно, то есть что-то новенькое. Блять, давай так придурочно найти. Ну куда побежал-то? А это открытый мир, что ли, или что? Ну, как бы так получается. Прячется, смотри-ка, а? Какой умный, блядь. Ты чё, блядь? Идёт. Блеск, что-то.
эта штука? Какая хрень. Так. Интересно дойти. Какой-то родник, тут шахта какая-то была. Что это такое? Телепорт. Не надо мне телепорт. Лифт сломан. Опа, не надо. Нет. Опа. Надо винтовку получше уже, что это стандартно не очень. Ну, это честно, куда я иду вообще? Я не знаю, куда я иду. Я иду туда, где есть враги, но... Это дело за микрофон. Блять! Слушай, иди ты сюда, иди ты, блядь. Придурочный. Как фонарик? Фонарик как? Нет, нет, зачем я это сделал? Не надо мне это. Ой,
Все переключатели сломаны. Видимо, кто-то разозлился из-за того, что они слишком медленно работали. Это вполне в духе Кейда. Все. Пипец. Ладно. О, пришел в тупик. Так, что это такое? На Тосленд и точком здания. Так, это что такое? Так, куда? Назад. В какую сторону? Сюда. Так, это что это? Что я делать должен? Добавить указатель. Сюда. Здравствуйте. Что это было? Осторожней там. Следовать ЕМЗ. Новый рубеж ЕМЗ. Угу. Контракт. Желаю удачи. Приступить. Начнем, пожалуй. На первом этаже есть знамя. Взглянешь на него? Это символ Дома Падших. Но я его не узнаю. Я тоже. Кажется, Падшие разместили его здесь для острастки. Сдается мне... Вы найдете еще много подобных вещей с богатой историей. Нам обоим потребуются припасы, чтобы поддерживать силы. Попробуй найти тайник в одном из соседних зданий. Ладно. Что это? Это нормально, блядь? Или это что это? То есть это как бы не дверь, это... Какая-то... Да, полетел там, ну. Превосходно. Если мы хотим выжить, нужно держать ухо востро. Поглядывай по сторонам. Может, еще припасы попадутся.
пока не забыл. На стене в церкви есть символ. На него стоит взглянуть. Взорвись нафиг. Где символ? О-о-о-о! Что это такое? У этого региона занятная история. Я думаю, в ЕМЗ есть целая сеть тоннелей и пещер, вроде той, в которой ты находишься сейчас. Кто знает, что таится внизу. Осторожней там. Блин. Ты кто? Пиздец. Ну что, ты меня видишь, да? Вот там бочка стоит, тебе хоть хочется взорвать, но вот... Извините, я пока тут. Отхватил код-ключ у того капитана. Наверное, я смогу открыть его тайник с припасами. Так. Отличная работа. Не теряйте бдительности. Вокруг есть и другие скрытые пещеры и тайники. Но оставим это на потом. А пока что давайте займемся делом. Поднимайтесь в колокольню. Я уже поставил чайник. Давайте хернем чайку. Нет, что не скажешь, игра красивая очень. Очень красивая игра. Что новенького? Все нам не хватает. Я должен был прийти сюда. Че? Что новенькое? Ты мне тоже что-то должен был дать, нет? Mm-hmm.
Пользуйся осторожно. Мне нельзя отвлекаться. Надеюсь, ты понимаешь. Следовать что? Да. Где-то я обязательно. Уж острова. Ополчение действует без санкций авангарда. Ты в курсе? Им не по себе от мысли, что хрупкое, нежное человечество будет принимать участие в обеспечении собственной защиты. Редкое снаряжение, ну-ка. Эй, вы двое, какая встреча? Деврим, ты не сказал мне, что он здесь. Мы с мисс Холлидой реквизируем припасы у Кабал. Она сейчас прячется. Ты помечаешь ящики, я их забираю. Жду не дождусь. Это все подземелье. На крайний случай зарядить пушку. Что он кинул там. Что-то же съемка какая-то больно сильная, нет? Нет. Дурак, блядь. Сделать там еще у нас. Найти припасы, а где их искать-то?
нашел ящик. Еще что-то где-то. Или не Похоже, эти четырехрукие бандиты собираются выбить нас отсюда. Перебьются. Репортаж? Куда? Ну, по-моему, один ящик припасов лучше, чем ни одного. Аманда, ты готова к телепортации? Не так быстро. Высылаю координаты. Это недалеко. Этим я тоже займусь. Выдвигаюсь туда. Кто последний, тот вонючий дрэк. Как образно. Смотри, чувак, не сюда. Так, да. И у нас гости. Краснопузые всерьез там окопались и понатыкали турелей. Разберешься с ними? Сигнал зеленый. Вот и я. Этих припасов хватит ферме надолго. Вы снова нас выручили? Mm-hmm.
Секунду. Дэв, ты видишь то же, что и я? Так точно. Еще один тайник с припасами. Знакомые все вещи, а? Опять эти зубастые эфирогрызы. Они сперли наше имущество. Значит, падшие обокрали нас до того, как мы украли то, что они сперли у Красного Легиона? В любви на войне все средства хороши. Это, мне кажется, будет сейчас засада какая-нибудь тут, потому что... Захватите припасы, и мисс Холлидей тут же прибудет. Нет уж, Дэв. В этих зданиях может сидеть еще сотня падших. Я подожду, пока все будет чисто. Нет, здесь не чисто. Совсем не чисто. Для меня жарковато. А у меня нет визуального контакта. Так что вы сами по себе. Как говорится, не теряйте мужества. Вы сами, я тут один, блядь, че, ебаный, что ли? Так. Я сейчас подолажу. Понятно, понятно, понял. Надо укрытие, надо укрытие, надо укрытие. Укрытие, пожалуйста, дальше. Thank you.
блядь. Ой, я себе ее. Падай, блядь. Небо чистое. Иду к вам за грузом. Фермион очень пригодится. Да, черт возьми, вы классно отработали. Вполне. А теперь, пожалуйста, посмотри, не осталось ли там чаю. Пока не будем.